вся новая книга, она вся о любви. Здесь можно на любой странице открывать и читать стихи. И все они будут про любовь. Про любовь и настоящую, может быть, про любовь прошедшую. Вот такая вот есть у меня зарисовочка. Называется она «Кофе с корицей». Я сварю тебе кофе с корицей и случайно рукой коснусь. Опускаем смущенно лица, скачет диким мустангом пульс. Руку словно сковала страхом. 3 секунды, 4, 5. Да, я помню, не нужен сахар. Мне осталось не забывать. Ты, как прежде, пьешь кофе с корицей. Та же кухня и тот же дом. Но назад уже не возвратиться. Даже странно, что мы вдвоем.